В Украине снова подорожали бензин и дизтопливо. В среднем цены на самый популярный 95-й выросли на АЗС на 30 копеек за 1 литр. Всему виной повышение стоимости нефти на мировом рынке и ослабление гривни, так уверяют эксперты топливного рынка. Из-за скачка цен активисты в соцсетях призывают водителей к бойкоту, для того, чтобы трейдеры снизили расценки до 25 гривен. Вот специалисты прогнозируют, что даже нынешнее подорожание – это далеко не предел. Маты опускать, нецензурные слова. Ну, дорого, стало дорого ездить, действительно дорого. Тем более, расход большой, дороговато. Хочешь, не хочешь, а я буду вымушен брать цей бензин, потому что в руках я уже ничего не понесу, розумієте як. Хотя это меня совсем не влаштовывает. Если курс опять будет проваливаться и далее, или нефть опять существенно дорожать, мы можем увидеть 34 и 35. Рост нефтепродуктов создает предпосылки дополнительные для подорожания различного рода товаров народного потребления.